Стремительное наступление вооруженных группировок, противостоящих Башара Асаду в Сирии уже 15 лет, в течение трех дней изменило информационную повестку и геополитический расклад в Ближневосточном регионе. Самым крупным достижением сирийских оппозиционных сил, включающих организацию Хаят Тахрир Ашам, -Аш считающуюся в России и других странах террористической, стал захват Алеппо, второго по величине города в Сирии. Оттуда поступает все больше кадров занятия повстанцами ключевых позиций в городе, а также освобождение заключенных, содержавшихся в тюрьмах. Захват Алеппо стал крупнейшим завоеванием сирийских повстанцев. Вместе с тем под их контроль начал переходить один город за другим. Эта ситуация застала врасплох Башара Асада, который долгое время не комментировал происходящее. Возможно, все это время он искал поддержки извне, которая около 10 лет назад помогла ему продержаться у власти. В результате он сделал вот такое заявление. Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность от террористов и их сторонников и способна с помощью своих союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их. Это заявление он сделал во время телефонного разговора с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом Бензейдом Аль-Нахаяном, который заявил, что его страна поддерживает Сирию. В успешном наступлении повстанцев начали обвинять Турцию, которая не скрывает своего сотрудничества со свободной сирийской армией, но открещивается от контактов с группировкой Хаят-Тахрир-Ашам. На фоне эскалации конфликта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Турции Хаканом Фиданом. В ходе которого они подтвердили необходимость координации действий для стабилизации в Сирии, в первую очередь задействованием потенциала астанинского формата. Напомним, что в 2020 году, при посредничестве России, которая долгое время была ключевым союзником Асада и Турции, поддерживающей повстанцев, было заключено соглашение о прекращении огня. До этого Алеппо был полем одной из самых кровавых битв, и именно там повстанцы потерпели одно из крупнейших поражений. В 2016 году Башар Асад и его союзники, Россия и Иран, взяли под контроль Алеппо после бомбардировок и осады. И вот после неожиданного наступления и захвата крупных городов и населенных пунктов, российская авиация и сила Асада вновь нанесли удары по районам, контролируемым повстанцами. Несмотря на это, согласно поступающим сообщениям, сирийские вооруженные группировки берут под свой контроль все больше населенных пунктов и удерживают захваченные позиции.